это оружие, вы находитесь на канале «Все для охоты в Канаде». Там цель, это третья серия. Тем, кто не видел первые две серии на других предыдущих патронах. Так, вот тут у нас стоит Селлер и Беллот. И это у нас STG. STG-44. Это у нас тип 81. Сейчас я ее заряжу патронами родными. Родные патроны — это старинка 7,62 на 39. Пишет, не забыл ли я ее включить. Так, ну вот эти патроны по опыту я знаю, они лучше всех. Родные китайские. Так, вот берем 5 патронов. Сейчас зарядим вот этот рожок. Вот, и как я уже сказал, и повторюсь, потому что это третья, последняя серия. Целью этого эксперимента я хочу посмотреть, что, какие патроны, какое оружие лучше себя ведет на точность, на кучность. Вот, но пока что я думаю, может быть, это ветер, потому что у меня тип 81 вот этот вообще классные результаты показывал. А может быть, я плохой стрелок. Так, теперь заряжаем те же самые 72 39 новинка. Значит, повторюсь опять, что цель эксперимента на кучность, и стандартизировал я по калибру, то есть одни, вот это одинаковый калибр, это и это, соответственно, вот, и это контрольно, как стреляет, там одни и те же патроны, Селлер и Беллот, вот, и опять же повторюсь, что здесь, если плохие патроны, будут эти два плохо стрелять. Если плохое оружие, будет один из них плохо стрелять, этот или этот. Вот. Соответственно, этот карабин и этот карабин. Или, если плохо на всех, то значит плохой стрелок, то бишь я. Вот. И посмотрим. Давайте тогда приступим и начнем. Так, вот. Внимание, говорит Германия. Сейчас 5 секунд. Нужно подготовиться. Не знаю, сейчас видит, будет ли мой голос слышен хорошо. Ну, пока вроде ничего. Так, значит, начинаем с этого. И бьем по центру. И это патроны Китай. Так. Бьем прямо по центру. Снимаем с предохранителя и понеслось. Душа в рай. Так. Все, 5 патронов. Встал на затворную задержку. Так. Тип 81. 81. Оговорился. Так. Будем шмалять по левому верхнему углу. Снимаем с предохранителя. Поехали. Все, стреляли 5 патронов, стало на задержку. Так, и контрольный.
Штурмгевер. Снимаем с предохранителя. Кстати сказать, все так удобно и с подручным у него сделано. Жалоб нет. Вообще никаких. Так, ну поехали. Так, а что у нас тут? Она у нас вообще ушла. Сейчас поставим немножко сюда. Вернее, нет. Так, пусть так и останется. Так, ну смотрим. Шмаляем. 5 патронов. Раз. Так. Или патроны кончились, или опять. 3 патрона. А ничего, нормально, не суть. Так, все. Ставим. Ставим его на предохранитель. Идем смотрим, что из этого эксперимента получилось. Так. Ух, ёлки-палки. Ям здесь много. Вот. И тоже пытаюсь показать, что камера. Но я думаю, нормально все получится. Не знаю. Вот. Ну и что имеем? Ух! Вот это уже поинтереснее. Так. Ну вот, получается. Так. Есть и молоко, и даже далеко, чем молоко, но вот что получилось, смотрите, вот как интересно. Вот раз, вот два, вот три, и вот четыре. То есть 4 из 5 попали четко в цель. И вот, как я уже говорил, что родные патроны, вот эти китайские, на рынке они хорошо стреляют. Вот, я бы, конечно, взял Барнаул для эксперимента, но Барнаул сейчас не продается, понятно, по каким причинам, из-за войны России с Украиной, к сожалению. К сожалению, да, приходится об этом говорить, и сейчас боеприпасы, понятной причине, вообще из той части света не поставляются сюда, в Канаду. Так, ну ладно, вернемся к нашим. Значит, вот это у нас, скорее всего, даже по размеру я вижу, что это штурмгевер. По размеру отверстия я имею в виду, что-то совсем плохо. Что-то совсем плохо. Вот. Вот штурмгевер. Так, так. Больше нету. Так. Здесь у нас что? Так, что-то тип 81. Вот только одна попала. Не знаю почему. Ну, по крайней мере. По крайней мере, и я так думаю. Если не согласны, напишите в комментариях. Хотя бы я неплохой стрелок. Вот. Вот. Почему так получилось тип 81, не знаю, он очень хорошо стреляет. Но вот СКС вообще четко отработал. Не знаю почему тип 81, может быть, ветер опять. Ну, короче, ветер дует то справа налево, то слева направо. Может быть, я этот момент не учел, не знаю. В общем, для меня эксперимент был интересным. Особенно мне понравился вот этот результат СКС тип 56. Вот. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх этому видео. И до новых встреч на моем канале «Все для охоты в Канаде».